Перші яхти заходять до бухти, але вітрильники ще не радіють. Не завжди ті, хто першими перетинають умовну фінішну смугу, стають переможцями вітрильних гонок. Кожна яхта має свій гоночний бал в залежності від довжини, ширини та інших характеристик. У підсумку робиться перерахунок за спеціальною гандикапною формулою, котра урівнює шанси усіх спортсменів. И вот, допустим, как вот «Северная Каролина», это яхта польской постройки, «Тельлига-104». Вот, естественно, она несет много парусов, у нее очень большие шансы на победу, но, естественно, другой гоночный бал. И вот, чтобы уравнять шансы старенькой самодельной яхты и фирменной такой заряженной лодки, вот специально была выведена вот эта формула, чтобы, так сказать, был интерес у участников гоняться. Втім, навіть ця формула, котру далеко не всі яхтсмени вважають правильною, не завадила запорізькому екіпажу «Північної Кароліни» вибороти золото у класі 3/4 тонників. Капітан яхти Павло Поліхранов каже, значну роль у перемозі відіграла погода та деякі можливості саме його судна. Погода на перший день була навіть більше, ніж треба, тому ми несли неполный комплект. На этих яхтах предусмотрена такая опция, как сокращение парусов, потому что полный комплект парусов нести было невозможно. Ветер был достаточно сильный. Екіпаж «Північної Кароліни» вже 12 років постійні гості Кубка Каховського моря. За цей час змінилося дуже багато людей. Хтось за станом здоров'я покидає цей спорт, а молодь навпаки поповнює лави яхтсменів. Меняются те люди, которые приходят, кто-то стареет и больше не может, но для этого, чтобы заменять этих людей, у нас открыта детская парусная секция. Вы их могли сегодня видеть, все это наши воспитанники, то есть меняются участники, но мы стабильно остаемся в этих числах сентября, мы всегда проводим эту регату. Дітей дійсно вистачало на регаті. На борту багатьох яхт були маленькі юнги, котрі переймали досвід у морських вовків та, звісно, допомагали у гонці. Це відзначив і директор ТЕК «Запорізька ТЕС», активіст партії «Порядок» Сергій Шовгеля. Є плани щодо проведення у межах Кубка Каховського моря і дитячих змагань. Видим, какое количество детей сегодня на каждой яхте присутствует. И насколько они эмоционально на это все дело реагируют и как они это все воспринимают. Работа в команде говорит о том, что для этого нужна дисциплина, для этого нужно чувство плеча, и тогда будут результаты. Точно так же, как на производстве, где должна быть дисциплина и должен быть порядок. Тогда будет результат во всем. Активісти партії «Порядок» наголошують на важливості проведення подібних змагань. Адже за 41 рік існування Кубка Каховського моря встигло вирости не одне покоління яхтсменів. Очень приятно, что данная традиция продолжает много лет, и есть круг энтузиастов, которые поддерживают эти традиции, которые пришли нам с далекого 79-го года. Я надеюсь, что данное мероприятие и дальше будет развиваться. Очень приятно, что молодежь вливается в ряды уже старых аксакалов, яхтсменов. Активисты партии «Порядок» кажуть, молодь треба залучати до занять спортом. Яхтинг в целом сегодня не в лучшем виде в Украине, в силу целого ряда причин. Нам удалось его у себя в городе сохранить, и хочу сказать, что у нас нет в планах его не сохранять. В городе, кроме многих детских учреждений, есть одна замечательная, которая так и называется, клуб юных моряков. Поэтому то, что дети сегодня видели яркий пример взрослых, участие в регатах, участие в этом замечательном виде спорта, это ну, просто классно. Найближчі змагання, котрі чекають на яхтсменів, це Кубок Хортиці, що попередньо запланований на середину жовтня. Микола Замирайло, Андрій Позняков, Енергодар, ТВ5.